Насобирал я нужное количество марева. Конечно, без МЗА трудновато это сделать, так что будете собирать, берите МЗА. Его не видно нифига, это марево совсем. Вот. И вдобавок еще и резину одну нашел. Сейчас перегруз. Придется тащиться с перегрузом. Ну, резина все равно дыбенке нужна. Так что понесем. Можно было бы продать ее, но она нужна дыбенке. Так, кто там стреляет? Что там за стрелки? Нам стрелки сейчас вообще не нужны. Ладно, пойдемте. Верирк какой-то. Что за верирк? Сейчас еще и резина долбить будет. Ну, куда деваться, надо нести. Дебенычу. Перегрузом, конечно, плохо, не подпрыгнуть, ничего. Не пробежаться. Хоть бы короткие какие-то перебежки были бы с перегрузом. Быстро бы стамина кончалась. Как, допустим, вот как с каплями. Это же ведь совсем нету, это же неправильно. Даже подпрыгнуть нигде нельзя. Бывает, вот так встанешь колом, и все. Хоть все выкидывай. Еще и резина долбит. Так, что тут верки съели этого верерка или какой-то? Вот он. Подлечим его. Не будет он спину настоять, а то встречаются и такие ублюдки. Его поднимешь, а он еще и убьет. Опять его убили пауки. Ну, пусть отлеживается. Мы же ему не нянька. Тут вот есть такое место, подпрыгнуть надо, чтобы не намокнуть. Ну, к примеру, да? И как подпрыгнуть? Никак. По воде только идти. Должно быть все равно хоть немножко силы, хотя бы там на прыжок, там, на рывок, хотя бы там 5 метров. Кончалась бы она просто эта стамина, как при капле, и все. Логический живот. Ну, несешь ты, да, что-то тяжелое. Все равно у тебя есть, должны быть силы там, какой-то там рывок короткий сделать. Иначе ты бы вообще не мог бы это все тащить. Раз у тебя совсем сил нету, только ползком идти. Понятно, что долго там не сможешь, ну, хоть как-то там все равно сможешь дернуться. Где чушка? Я считаю неправильно, так что то, что нельзя подпрыгнуть. Резина это долбит еще.
Так, я вот не знаю, стоит зайти сейчас на рынок сразу, мимо рынка же пойдем, купить еще, сколько там, 3 резины и подушку. Или сходить за ними на поле. Вот не знаю. Может, на поле сходим? Давайте сходим. Сейчас сначала к Дыбенке. На велосипеды экономим. А, это эти тут разбираются. Так, стоять смысла нету, да? Этот, видимо, его держит на респе. Этот злится, пишет. Сейчас так и будут переписываться. Как улететь? Ладно, что стоять? Пойдемте. Тут с ними хоть всю жизнь простой, ничего не выстоишь. Вроде не преследует. Да, наверное, сходим и покопаем арты. Нам нужны 3 резины и подушку. Сходим, пороемся. МЗА я не буду опять же брать, буду по хардкору все собирать. То есть сдохнул, респанулся, как я и показывал. Ну, кто не видел, сейчас еще покажу. Ну не сейчас, там, когда пойду. Сейчас мы возвращаемся на вокзал. Я и локацию эту вокзал называю. Любич город она вообще-то. Я ее вокзал называю. По-моему, логичнее было бы ее так и назвать, да? Какой там город, Любич город. Вот это вот Любич город. Хотя тут лес в основном, действительно. Так. Схронов нету. Надо закрыть. Опять разъездились эти КАМАЗы, блядь. Пойду закрою. Строители гипермаркетов херово, блядь. Так, птичка кончилась уже одна. Резина, кстати, не дешевая. Еще и поэтому надо сходить ее покопать, а не покупать. А нам надо целых 3 артефакта, а они там по 30 тысяч продаются. Даже у сидельцев, а то и больше. Но она и у перекупщика-то стоит, помните, мы продавали. Тоже не дешево. Ну, у простого скупщика хабара. Поэтому лучше пойти поискать.
Сейчас дадим миротворца, мы же миротворца взяли. Вот. Так. Где-то шумит пыльник. Сейчас идем по этому заданию, по миротворцу, а потом займемся артефактами гибернческими. Да что ты будешь делать? Куда же я залез? Обходим. Так, стоп. Вот тут я вообще ни разу в жизни артефактов не видел. В этих аномалиях. Никогда. Так, я, кстати, намокший. А тут вот эти херобобины электрические. Нужно осторожнее мимо них как-то лавировать меж ними. Ох ты, долбанула все-таки, падла. Отвлекся опять. Ну вот убивает, и оно спадает сразу. Ты как бы высыхаешь. Тебя током, наверное, высушивает. Сейчас уже не убьет больше с каплей. Допремся тут до попа. Уже можно по ним прям переть. Хорошо хотя бы это сделали. А представьте, если с каплей бы еще. Ну, это вообще невозможно было бы вылезти уже. Как из кровососа. Так, проверить схроны. Не видно. Не видать. Пауки живые, давно тут никого не было. И схронов не вижу. Может, просто невнимательно смотрю. Я все никак точно не могу запомнить, где они тут. Ладно, хер с ними. Не в схронах счастья. Не вижу. Кто-то с поемом бегает, слышно. А мы же попа задание еще не делали ни разу, да? Как-нибудь возьмемся за попа. Так, снимаем каплю. Сокрушитель, блядь. Сокрушитель. Видите? Губка губ. Ну, Бубка, ты нас гопать не будешь? Губка, губка, гоп. А ты... Не сокрушишь нас, сокрушитель. Давайте вот ты будешь сокрушать его, а ты будешь гопать его. А мы пойдем. Ладно, пойдемте. Некогда нам ждать. Вроде бы стоит. Так, тут аномалия где-то. И тут я вечно путаюсь. А, вон туда надо.
Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, ну, из этой я не вылезу. Постараюсь я вот хотя бы экран взять. Блядь, ну я сейчас, не дай бог, если потеряю резину. Не, надо как-то выходить из этой херни. Сейчас я попробую взять экран и вылезти. Буду отлеживаться, но надо вылазить. Что делать? Мерзкая, конечно, аномалия вот эта. Нех, не успел. Еще шавки налетят тут резко. Нет, я вылезу все равно. Буду отлеживаться. Так, ну выключу, наверное, запись пока. Выбрался кое-как. Сейчас главное, чтобы собаки не заели. Еще тьма уже кромешная. Добраться нужно до безопаски. Тут безопаска же вроде бы, да? Снять все капли. Да что вы, стреляйте по собакам. Во, все. Снимаем капли. Опять темно, как в жопе у негра. Все, не слава богу. Капли спадут. Ну, пойдем. Долго что-то спадает. Это время сервера, ну, какое-то непонятное. 7.29. Это что, на 7.29 похоже? Нет, не похоже. Так, аптечка последняя, да? И экран достал, видите? И вылез. Осталось чуть-чуть тут дойти-то, надеюсь, донесем все. В принципе, недалеко. Недалеко, недалеко, но может все что угодно произойти. Знаете же, сами прекрасно. Еще и в потемках, тем более, ни хрена не вижу. Кстати, с Гречкиным тут уже можно будет поговорить с женой. Сейчас он будет разговаривать, но это не сейчас. Не будем, уже и так понамешано там задание этих. Надо выполнить сначала старые. Да разобраться с ними. А потом уже с Гречкиными разговаривать. Кого он там стреляет? Так, надо чуть подлечиться, постоять. Хотя, чё тут уже стоит-то? Чё лечиться? Дойти-то вам. Этот не будет стрелять, надеюсь. Я не знаю его, что за сампли. Атмосферно, конечно, темнота вся эта.
костерочки. Особенно когда на рынке, да, вот они там трутся. Не шастают по зоне. Ночь, а вот именно там. Ну играть, вот, куда-то идти в такую тьму не очень хорошо. Так, давай, пускай нас город. Что-то думаю, сейчас вылетит. Нам бы хотя бы задание вот это по миротворцу разобраться. Я сейчас, наверное, выложу все артефакты, а потом все скопом сдам. Две ночью. А сейчас выложу я их все. Пойдемте поговорим по пути. Дебенко. Так, с кем нам там? С Дебенкой. И с Колей кислым. И артефакты выложу. Сейчас я не буду ему отдавать. Хотя Марио можно, наверное, отдать. Чего-то. Ну, если он возьмет. Естественно. А то, может, ему все сразу. Так, вот здесь где-то вылетает игра сразу. На собаках бы там не вылетело, а то заедят же. Вроде прошли. И это здорово. Бывало, там вылетал на собаках, загружался, уже дохлый. Добили, обыскали, все. Ничего нет. Что тащил? Там чай. Может выпасть. Здесь же с чаем бегаешь. Специи. А, ну специи тут нет. Чай. Так. Зачем мне торговец? Белые просят освободить зону. Ты, я смотрю, уже успел породниться с этими тварями. Сталкер, я признаю твою скромную помощь моему взводу. Но свои религиозные убеждения держи при себе. А будешь вещать тут соловьем про победу мутантов, живо отправишься за ворота без права входа обратно. Я просто передал их слова. Мне без тебя известно, что они о нас думают. Они сами здесь нелегально и должны быть депортированы в карантин. Закончил диалог. Так, что-то обновилось-то. Поговорить с Колей кислым. Так, давай, я тебе... Арты я тебе принес. Чё ты, не злись, Дебеныч. Вот, 10 марио забирай. Так, ну-ка. Ну да, вот осталось... Три резины, одну подушку. Вылетело. Надо перезаходить в игру. При смене локации. Перешел на другую локацию. Все, надо перезаходить. Вылетает. Надеешься, что не вылетит каждый раз. И каждый раз вылетает. Все равно. Чуть раньше, чуть позже. Когда-нибудь вот так и вылетит на собаках там. Буду тащить арту, понимаете, как раз там и вылетит, и добьют. Муторно, конечно, вот это, перезаходы эти все. Каждый раз. Ну так, зато безопаснее. Так меньше вылетов. Буду, наверное, так, ящичек, о. Ну, в принципе, ничего ценного. Ну, пусть будет.
пусто. Так, ну, пора заканчивать нашу миротворческую миссию. Долго я с ним. Коля. Белые просят освободить зону. Обычно я считаюсь мнением белых. Многие их ненавидят, но по мне, так эти парни куда надежнее и честнее военных. Они по-своему правы. Зона не... место не для всех. Но есть люди, я в их числе, которые укоренились тут так основательно, что уже не мыслят себе иной жизни. Сами белые не родились здесь, верно? Они тоже пришли примерно в одно время с Кузнецом и прочими первопроходцами. Они хотят оставить зону только для себя, и мне это желание понятно. Но чтобы выгнать нас отсюда, им понадобятся аргументы повесомее. Назревает конфликт, увы, но мы не уйдем. И военные тоже не уйдут. Будем решать дела миром до последнего. А если припрут, дадим в ответ прикурить, не сомневайся. Я не сомневаюсь. Так, ну что, пропал этот миротворец? А, нет, теперь этому Михаилу опять надо рассказать. Ну ладно. Так, давайте. Зона, это... Так, ну ладно, я за кадром выложу всю эту фигню и пойдем отдадим. Не отдадим, а сходим к Михаилу, к этому. И будем арты собирать. Но стоит тут появиться людям.